Всем привет! Рада, что вы заглянули ко мне на канал. Приглашаю вас прогуляться по магазину FixPrice и посмотреть на новинки. Их много, посмотреть есть на что, ну а свое мнение вы можете всегда оставить в комментах. Деревянные значки по 77 рублей, производитель Россия, состав фанера, картон, пластик и металл. Предназначены для детей старше 3 лет. Значки яркие, симпатичные, имеют различные формы. Производитель особо подчеркивает ваше внимание, что предметы содержат острые и мелкие элементы. Существует риск попадания в дыхательные пути или проглатывания, поэтому хранить их нужно в местах, недоступных для детей младше 3 лет. Наборы многофункциональных кухонных ковриков Ato Kitchen. В наборе 2 штуки. Размеры 45 на 29 сантиметров. Производитель Китай, состав Эва. Стоимость этих наборов 55 рублей. Коврики отлично подходят для сервировки стола, для холодильников, плотно держатся на любой поверхности за счет двухсторонней рифленой поверхности из специального материала. Сразу вам скажу, что непрозрачные коврики для холодильника брать не нужно, иначе там будет очень темно. Наушники накладные от Flex. Производитель Китай, состав ПВХ, АБС и медь. Длина провода 110 см, микрофона нет, стереоразъем 3,5 мм. Наушники продаются в нескольких расцветках, но больше всего наушников черного цвета. Так что если вы себе хотите разноцветные, то стоит поторопиться. Как вы уже догадались, они предназначены для прослушивания музыки. Имеют регулировку по голове, кстати, довольно такую хорошую регулировку, но в целом наушники мне не понравились, и я бы не взяла такие ни себе, ни своему ребенку, потому что очень как-то они никак сделаны, и проводочки эти тоненькие, хлипенькие, мне кажется, там все сразу повырывается и сломается и оторвется. Круглые универсальные корзинки из полипропилена, производитель Россия, объем корзинки 3,1 литра, размер 210 на 200 на 163 мм. Корзинки продаются в трех расцветках, вот такой серо-голубой, бежевый и коричневый. Сделаны они из жесткого пластика, имеют очень такую приятную форму и смотрятся довольно интересно. Мне они почему-то напомнили винтажные беседки. Если вы брали уже эти корзинки и пользовались ими, пишите в комментариях, лопается этот пластик со временем или нет. Корзинка с ручками от Home Time размером 28 на 28,5 на 17 см. Состав полипропилен, производитель Китай. Это мягкие корзинки, продаются в различных цветах. Сейчас вот с такими цветочными орнаментами. Обращаю ваше внимание, что у них не очень аккуратно обработаны ручки и можно, ну так, достаточно ощутимо поцарапаться. Эти корзинки отлично подходят для хозяйственно-бытового использования, от хранения в них каких-то вещей, овощей, до сбора в эти корзинки урожая. Отлично подойдут и для огурцов, и для помидор, и для каких-то крупных ягод или фруктов. Расчески для волос. Производство Китай, состав АБС и термопластик. Стоят эти расчески по 149 рублей, продаются в трех очень симпатичных расцветках. Имеют удобную ручку и, самое главное, они классно расчесывают волосы. Не путают их и не вырывают. Вот такие симпатичные расцветки в продаже. Так что, если у вас еще нету этой расчески, я советую вам к ней присмотреться. Щетка для массажа, производство Китай, состав дерева ПС, натуральная щетина и полиэстер. Стоимость щетки 199 рублей. Она имеет круглое основание диаметром 10 см, которое очень удобно лежит в руке. Тканевый ремешок для того, чтобы во время массажа щетка не соскакивала с руки. Стимулирует кровообращение, уменьшает отеки и признаки целлюлита. Набор банок от Relax Line для массажа тела. Производитель Китай, состав силикон, стоимость набора 199 рублей. В наборе две банки размером XL и L. Массаж вакуумными банками придает коже упругость, улучшает кровообращение и оказывает корректирующий эффект.
вы можете бороться этими банками с целлюлитом и лишними жировыми отложениями, но будьте осторожны, вы можете себе наставить нехилых синяков. Кстати, в FixPrice самая низкая цена на эти банки. Даже на AliExpress набор из 4 банок стоит 880 рублей, а если брать FixPrice, то всего 300. Банки для массажа от Relax Line. Производитель Китай. Состав силикон, стоимость 99 рублей. В наборе две банки, побольше и поменьше. Банки довольно мягкие. В нашем магазине продаются в двух цветах, розовый и бирюзовый. Подробная инструкция по применению написана на упаковке. Внимательно прочитайте ее перед использованием. Эти банки отлично подходят для массажа лица и зоны декольте. Охлаждающий роллер для массажа лица, производитель Китай, состав ПВХ, ПЭ, гель, 70% вода, 5% полиакрилат натрия и 25% глицерина. Весь этот сложный состав призван сохранить молодость вашему лицу, оказывать успокаивающий и расслабляющий эффект на мышцы лица, снимать напряжение, освежать цвет лица и придавать тонус коже. Для этого нужно охладить роллер, положив в морозильную камеру за 30 минут до применения. Потом провести роллером по массажным линиям лица, шеи и зоны декольте. Вы непременно удивитесь тому, какой гладкой и сияющей станет ваша кожа. Часы-будильник в виде гитары. Производитель Китай, состав полипропилен, полистирол. Работает от одной пальчиковой батарейки, которая в комплект не входит. Стоит 199 рублей. Вообще нужно сказать, что в FixPrice всегда большой выбор будильников по любой цене и на любой вкус. Подвесная декоративная фигура передаст вам весь колорит жаркой Африки и ее загадочной культуры. Она выполнена в виде этнической маски, и это оригинальный способ весьма украсить стену, дополнить дизайн дома или просто удивить гостей. Последнее, наверное, будет самое востребованное. Идеально сочетается с другими товарами из серии «Африка». Размер маски 9 на 3,5 на 19,5 см. Состав полирезины сталь. Стоит она 199 рублей и произведена в Китае. Учтите, что маски эти достаточно тяжеленькие, так что выбирайте крючок покрепче. Декоративные фигурки из серии «Африканские мотивы» в FixPrice. Производитель Китай. Состав полирезин и дерево. Стоят такие декоративные фигурки 249 рублей. В нашем магазине продаются в трех вариантах. При желании в них можно разглядеть мужчину и женщину. Но какие-то уж они больно странные, и мне они больше напоминают древние тотемы, которые выносились за село и там им молились в случае надобности. Гель-смузи для душа вдохновляющий из серии «Лимонадный тур». Объем 550 мл. Запах очень приятный, напоминает конфеты «Дюшес» или лимонад. Стоит такой гель 55 рублей. Эссенция «Тоник» из серии «Оханами». Контроль по выпадению волос. Объем 200 мл, стоимость 55 рублей. Стимулирует микроциркуляцию, за счет чего волосы растут сильными и крепкими. Производитель Татарстан. Детские шорты из джинсовой ткани, производство Китай, состав 72% хлопок, 17% вискоза, 11% полиэстер. Шорты имеют довольно глубокие боковые карманы, верх на резинке, низ с отворотами. Стоят 199 рублей. Шорты продаются в одном дизайне, на левой штанине внизу рисунок котенка с подписью «Мяу». Сшиты шорты очень аккуратно, джинс мягонький. Летом эти шорты тоже отлично можно носить. Детские шорты из трикотажа с карманами. Стоимость 199 рублей. Производитель Узбекистан. Есть различные размеры и расцветки. Сшиты шорты аккуратно. Это 100% хлопок. Шорты сделаны на широкой трикотажной резинке. Расцветки подобрать можно как на мальчика, так и на девочку.
Где еще вы найдете овощечистку с керамическим лезвием всего за 27 рублей 50 копеек? Только в Фикс Прайс. Эта овощечистка относится к новой коллекции «Цвета натуры». Произведена она в Китае. Состав – полипропилен, диоксид циркония и пшеничное волокно. В продаже есть и вертикальные, и горизонтальные овощечистки в различных цветах. Кружки Ato Kitchen объемом 400 мл, производитель Китай, состав фаянс. Это лаконичные, одноцветные и удобные кружки, которые отлично подойдут и для дома, и для офиса. Толстые стенки в течение длительного времени будут сохранять температуру вашего напитка. Стоят такие кружки 77 рублей. Чашки Ato Kitchen объемом 360 мл, производитель Китай, состав фарфор. Стоят эти чашки по 77 рублей, имеют удобную устойчивую форму, широкую прочную ручку и очень нежные симпатичные расцветки.